Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Эта пятница, как я уже отмечал, будет гораздо интереснее прошлых, поскольку мы сегодня анализируем два очень важных события. События, важных для нескольких инструментов сразу. Собственно, если говорить про статистику по рынку труда США, то понятное дело, это тот отчет, который повлияет на доллар, ну, возможно, еще как следствие и на прочие финансовые активы. Тот отчет, который не только в моменте скажется в поведении американцев, но и позволит нам развивать тему по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Это сейчас основополагающая идея, поскольку до сих пор нету четких все-таки сигналов и ориентиров по поводу того, сколько раз ФРС еще поднимет процентную ставку, соответственно, когда начнет снижать, сокращать баланс, величина которого составляет 4,5 триллиона долларов. Это все конкретика, я надеюсь, которая поступит на рынок в ближайшее время. Но каждый сильный макроэкономический отчет, тем более настолько важный, как характеристика сектора труда США, будет выступать мощным таким триггером для наших с вами ожиданий того, что ФРС так и останется на пути более высоких процентных ставок и более жесткой монетарной политики. Еще у нас весьма интересно в последней неделе смотрится канадский доллар, который добрался чуть ли не до многолетних пока что, конечно же, годовой, можем говорить, хай для себя против доллара. Это уровень экстремума, то есть когда мы пробили с вами поддержку 1.30 и фактически добрались до отметки 1.29 по паре USD/CAD. Я сегодня остановлюсь подробнее на канадце, тем более, что сегодня, в тот же самый момент, когда будут опубликованы данные по американскому рынку труда, выйдет еще и отчет по рынку труда Канады. Я советую сегодня понаблюдать, даже если вы не торгуете за этой валютной парой, потому что сегодня день очень значимый, может быть, даже с таким легким налетом консервативного трейдинга лучше подождать, если вы не торговали, посмотреть на статистику, а в понедельник уже вместе со мной еще раз проанализировать этот фундамент и понять, как действовать по паре USD/CAD дальше. Для тех, кто находится в сделке, а если находится в сделке, я полагаю, то, что эта сделка покупки доллара против канадца, на мой взгляд, сегодня будет решающим днем, потому что если рынок труда Канады окажется слабее, чем прогнозируют, возможно, этот сектор станет определяющим для будущего решения Банка Канады во время заседания. Оно запланировано, между прочим, уже на следующую среду. Канадский регулятор повременит с ужесточением монетарной политики и отложит это решение на более поздний период. Соответственно, если коснуться, опять же, роста канадца, который мы видели, это, безусловно, рост на ожиданиях того, что ставку повысит. Поэтому, если ставку не повысят, как я уже отмечал, разочарованием не будет на конца и края. Мы снова увидим серьезный прессинг на этот актив. И еще со стороны давление будет оказывать обвал котировок нефти, который продолжается уже, если говорить про сегодняшнюю азиатскую сессию, третий день подряд. Ну, хорошо, поговорим мы с вами и о канадце. Это так, прелюдия, позволил себе такое небольшое лирическое отступление. Сразу обозначил для вас два важных события, которые у нас на повестке сегодняшнего дня. Это в 15.30 статистика по рынку труда США и статистика по рынку труда Канады. Ну а теперь давайте пробежимся по основным торговым активам и инструментам нефти. Собственно, динамика нефти явно сейчас поднимает нам настроение. И хорошо, доллар в принципе тоже растет. Мы уже на грани, чтобы протестировать сопротивление против иены, отметки 114 йен против доллара. Нефть снижается, при этом анализ новостного фона явно способствует тому, чтобы эта динамика продолжалась и дальше. Если, друзья, мы сегодня продолжим сыпаться и валиться по нефти, конечно же, на выходные уйдем с очень хорошим настроением. Центровым основным событием вчерашней торговой сессии были данные по запасам нефти США и объему добычи. Это правительственный отчет, который сразу публикует серию данных. Это запасы по дистиллятам, по бензину, по нефти. Параллельно с этим мы еще следим за тем, насколько растут объемы производства в рамках американской экономики, потому что
очень важный индикатор, ведь мы давно с вами окрестили Штаты как тот самый регион, который и снижает эффективность усилий ОПЕК, если даже не полностью нивелировав все, что они предпринимают, вот эту тотальную инициативу, направленную на балансировку рынка тем производством, которое идет со стороны Штата. Соединенные Штаты Америки у нас увеличивают перепроизводство, сверхнасыщение, засыпает, заливает рынок нефтью. Я думаю, что это будет продолжено и дальше. Ладно, вернемся, собственно, к отчетам. По статистике касательно запасов нефти минус 6,3 миллиона, бензина минус 3,67 миллиона, то есть сокращение. И, казалось бы, разве это не повод, чтобы еще выше задрать котировки нефти? Первоначальная реакция трейдеров на эту статистику действительно была ростом. Тем более, что параллельно еще вышел отчет по стратегическим резервам в Соединенных Штатах Америки, которые продолжают сокращаться. Вот за последние несколько недель спад был очень существенным. Резервы сократились примерно на 13 миллионов. Если мы сейчас охватим в целом показатель, он находится на минимуме за последние 12 лет. Но на вопрос, скажем так, в студию, почему стратегические резервы снижаются? Я думаю, вы все знаете ответ на этот вопрос. Да потому что Штаты себе могут это позволить. Они знают то, что внутри, в регионах, которые специализируются на сланцевом бурении, настолько высоки показатели активности сланцевых производителей, что нету никакого намека на то, что в Штатах могут возникнуть проблемы с, собственно, обеспечением углеводородами, нет никакого намека на дефицитность на внутреннем рынке. Поэтому, зная то, что они в любой момент могут охватить все потребности внутри страны, зная то, что в любой момент могут набрать столько резервов, сколько им нужно, позволило им, собственно, раскупорить вот эти запасы и отправить их на экспорт всем тем, кто нуждается и готов платить за это хорошую цену. Действительно, запасы, стратегические резервы снизились на 13 миллионов, но я сразу напоминаю вам про план администрации Трампа. В ближайшую перспективу, ближайшего десятилетия, они планируют продать еще примерно 280 миллионов баррелей. Это, конечно же, очень много. И основная цель – это уменьшить уровень государственного долга, который, знаете, является астрономическим. На мой взгляд, это очень такой тактический сильный ход, правильный, особенно с учетом тех возможностей, которые были созданы на рынке нефтянки. И не случайно сразу вспоминается то, что Трамп, единственное, пожалуй, что действительно выполнил своих обещаний, это, по сути, снял какие-либо ограничения для нефтяников, дал им зеленый свет и снизил экологические требования и регуляцию этого сектора. То есть сейчас все, кому не лень, у кого есть деньги, могут появлять инвестиционную активность, закладываться под этот бизнес, а учитывая те технологии, которые используются в Штатах, быть уверенным параллельно в том, что этот бизнес будет довольно рентабельным. Но, друзья, вернемся все-таки к статистике по запасам. Я уже отметил то, что запасы снизились, и это стало причиной того роста, который мы увидели в моменте выхода этих данных. Однако следом вышла же статистика по объему добычи нефти. Для нас всегда какой-то из этих статистических отчетов и оказывает поддержку нашей идеи. В принципе, вчерашний торговый день не стал исключением. И здесь уже очень важно то, что объем добычи нефти вырос не на 10, не на 20 тысяч, не на 25. Вот это тоже было бы сильной цифрой. Представляете, на 88 тысяч, соответственно, полностью, практически, там, за немного не хватило, чтобы перекрыть и нивелировать спад производства недели ранее, который мы с вами связывали с временным явлением и тропическим штормом в Мексиканском заливе. Сейчас объемы добычи полностью уже выровнены, то есть Штаты вышли на прежние показатели производства. Значит, нету таких стихийных бедствий, которые пока что могли бы снова подорвать активность производителей. И мы можем ставить на то, что Штаты увеличит еще больше производство, эта динамика продолжится, и мы войдем с вами в стадию формирования нового затяжного тренда, когда производство нефти будет увеличиваться из недели в неделю, и мы реализуем те прогнозы, которые были обозначены еще администрацией аналитической информации, которые ожидают рост добычи нефти в Штатах в этом году до 9,7-9,8 миллионов с потенциалом роста свыше 10 уже в 2018. То есть это вполне реальные, друзья, оценки. На них я,
собственно, и рекомендую вам ориентироваться. Поэтому, резюмируя, тот тотальный новостной фон, который сложился, очень важный, значительный, существенный для рынка нефти, получается, что мы уже убедились в том, что предпосылок для снижения нефти снова больше. Какого-либо фундаментального позитива на рынке черного золота нет. Поэтому, поигравшись вот с этими локальными откатами, которые мы видели буквально в начале этой недели, в конце прошлой, лишь можно убедиться в том, что позиции медведей настолько сильны, что они готовы, пользуясь случаем и соответствующей поддержкой, возвращать котировки к более справедливым ценовым значениям. Поэтому ждем снижения Брента ниже 45 долларов за баррель. Российская валюта сразу же пришла в движение по факту ослабления нефти. Это тоже в соответствии с нашим прогнозом и ожиданием. Уже котировки выше 60. Я думаю, то, что через 20 минут, когда стартуют торги, обвал произойдет рубля в моменте еще там копеек на 15-20. Поэтому мы смело можем ставить на то, что сегодняшний торговый день будет закрыт этой парой выше отметки 60-50. Нам нужен, конечно же, уровень повыше. Ждем нашей среднесрочной цели ориентира 62 рубля против американца. И, судя по всему, сейчас вот эту девальвацию уже вряд ли что-то может остановить. Даже тогда, когда котировки нефти росли в последние дни, рубль все равно понимал то, что для него текущие значения являются абсолютно справедливыми. Ну, даже более-менее справедливыми. На мой взгляд, если бы у нас была возможность говорить о абсолютной справедливости, то это котировки выше 62 даже против американца. Ну, это как раз наша с вами цель. Дальше идем. Доллар, японская иена. Вчера день закрыт с небольшим снижением, но сегодняшняя азиатская сессия полностью реабилитировала американца, потому что мы уже на грани тестирования сопротивления 114 иен против доллара. Вчера был очень насыщенный день по статистике, какой-то отчет хороший, какой-то плохой, но поскольку мы сегодня активно растем, я думаю, то, что фундаментальный позитив все-таки вытащил этот инструмент. Ну, сначала, конечно же, этот фундаментальный позитив позволил подрасти индексу доллара и долговому рынку США, а американская валюта уже идет следом. Отчет ADP, статистика по рынку, по количеству новых рабочих мест сельскохозяйственного сектора, частная оценка, которая предваряет статистику Non-Farm Payrolls, 158 тысяч новых рабочих мест с 230. Ну, казалось бы, конечно же, меньше намного, чем прошлый релиз, но, друзья, 158 тысяч, как бы это для кого-то неправильно бы звучало, я хочу отметить, это достойный показатель, достаточный, чтобы свидетельствовать и говорить о сохранении прогрессии в рамках американского рынка труда. Заявки на пособие по безработице 248 тысяч, также чуть выше, чем в прошлый раз, 244 тысячи, но все равно не то чтобы даже ниже 300 тысяч, ниже 250 держимся стабильно уже много недель подряд. И в этом отчете я тоже советую искать больше позитива. Ну а что касается активности в сфере услуг, по версии Market ISM, здесь статистика оказалась исключительно замечательной. Особо я делаю акцент на отчет ISM, это более объективный релиз. Рост с 56,9 до 57,4. Это также одно из самых высоких значений за последние много месяцев, может быть, даже максимум с начала этого года. До этого, вы помните, у нас тоже была статистика ISM, только производственного сектора. Там максимум с 2010 года. И если основные сектора у нас сейчас характеризуются по штатам такими прекрасными данными, думаю, что здесь не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы признать тот факт, что американская экономика во втором квартале покажет гораздо более динамичный темп экономического расширения. О чем нам говорили представители ФРС, намекая на то, что слабость первого квартала была такой же случайный, сезонный и временный, вот как ситуация с рынком нефти и статистикой по снижению добычи. Вчера еще вышел отчет по дефициту. Внешней торговли снизился он на 2,3%. Если у нас снижается дефицит, значит, мы ищем ответы либо в резком сокращении импорта, либо в резком увеличении экспорта. Вот в Штатах сейчас происходит и первый, и второй. Это тоже позитивный момент. Ну и после протоколов еще рынок пытается доосмыслить эту тему. Вроде бы как событие влажное, но на доллар не оказало никакого влияния. Сейчас вот по накатанной трейдеры разбирают и анализируют одни и те же строчки, предложения, слова, и все-таки убеждаются в том, что ФРС
пытается намекнуть, но пока не все слышат, то, что сокращение баланса – это уже, ну, тоже решенный вопрос, просто нужно дождаться подходящего месяца. Возможно, это случится уже в сентябре, то есть начнется вот этот этап постепенного дополнительного ужесточения монетарной политики. Величина баланса, напоминаю, 4,5 триллиона долларов, очень солидная астрономическая цифра. Соответственно, речь будет идти о том, что собственно, деньги ФРС начнет выбирать с рынка, но их не станет реинвестировать. Это, разумеется, логичным образом должно привести к росту доходности облигаций и укрепить позиции доллара. Про это ни в коем случае, друзья, не забывайте, потому что если рассматривать долгосрочные ориентиры, такой фундамент станет определяющим для такого же долгосрочного роста доллара, и то, что американец против иены окажется гораздо выше текущих значений. Нам нужно сегодня еще выжать поддержку с американского рынка труда. Я надеюсь, то, что хотя бы в этот раз мы дождемся того отчета, который делаем ставку и сможем выполнить нашу цель максимум на неделю. Это оказаться выше уровня 114.50. Если это случится, друзья, ну тогда выходные действительно будут хорошими, потому что мы получим мощный сигнал того, что рост доллара продолжится и дальше. И этот сигнал будет сигналом коррекции для рисковых инструментов. Так параллельно можно перейти на европейскую валюту, которая вчера удивила ростом не только меня. В частности, реакция трейдеров, на мой взгляд, оказалось чрезмерной, это реакция на протокол Европейского центрального банка. И самое интересное то, что трейдеры стали активно покупать евро, поскольку увидели в повестке обсуждения ЕЦБ именно вопросы, предполагающие сворачивание экономических стимулов, постепенный уход от них и повышение процентной ставки. Ну, то есть, как раз та самая нормализация денежно-кредитной политики, о чем говорилось еще 2 недели назад во время неправильной интерпретации комментариев Драги. Ну, не знаю, насколько действительно позиция Европейского центрального банка такая, как хотят видеть трейдеры, которые верят в то, что ЕЦБ может последовать за Банком Канады и, не дай бог, за Банком Англии и повысить ставки раньше предполагаемого периода. Я пока эту идею даже поддерживать не хочу, потому что для меня более определяющим являются комментарии Драги, более определяющими являются комментариями Пратта и все-таки низкие значения инфляции. Собственно, сам Европейский центральный банк сейчас в недоумении, как можно видеть такие сильные показатели по экономике, по активности в сфере услуг и в промышленности, как можно наблюдать рост ВВП, такое динамичное расширение экономики на фоне столь низкой инфляции. У меня нет ответа на этот вопрос, собственно, так же, как и у Европейского центрального банка. Что-то не так. Либо что-то мы не видим в плане более глубоких системных проблем и очевидных перекосов, но, скорее всего, это в ближайшее время будет проявлено. В любом случае, для меня это потенциальный негатив, который заставляет держаться подальше от длинных сделок по евро, больше склоняясь в пользу коротких. Фунт против доллара вчера также немного подрос. Возможно, причина крылась в спросе на евро, но еще вчера выступал представитель, один из голосующих членов Банка Англии Маккаферти, который в ходе прошлого заседания отдал свой голос за ужесточение монетарной политики. Маккаферти отметил то, что инфляция продолжит расти гораздо более превосходящими темпами, нежели прогнозы. Основной буст, конечно же, ослабление национальной валюты после Брекзита. И по мнению Маккаферти, хотя другого мы от него не могли услышать, нужно отказываться от некоторых экономических стимулов и приступать к постепенному повышению процентной ставки. То есть еще дополнительный комментарий от Банка Англии был воспринят трейдерами как бычий сигнал, вследствие чего фунт вчера вырос. Но опять же, друзья, я пока не советую торопиться с покупками британцев, вообще даже не советую их рассматривать, поскольку искренне продолжаю надеяться на то, что Банк Англии задержит, опять же, притормозит с решением о росте процентных ставок до тех пор, пока хотя бы не нормализуется ситуация в экономике. Ладно, если инфляцию как таковую не удастся сейчас немного погасить, точнее темпы роста, то, по крайней мере, каким-то образом можно вернуть к более-менее достойным показателям основные сектора экономики и выйти на более стоящие показатели экономического роста. Пока у нас тотальная слабость в рамках американского, точнее английского фундамента, эта неделя стала доказательством еще одним, поскольку мы просели как в промышленности, как в строительстве, так и в сфере услуг. Я считаю то, что
с повышением процентной ставки торопиться не нужно. И еще, скажем, неоднократное убеждение трейдеров в этом будет выступать причиной для коррекции, которую, я надеюсь, мы увидим в ближайшее время по паре фунт-доллар. Сегодня, помимо данных по рынку труда Канады и США, у нас в 11:30, то есть самое ближайшее время, через буквально час 40, будут опубликованы данные по промышленному производству в Англии. Но, разумеется, здесь на фоне последних лицев по активности в производственном секторе мы не можем рассчитывать на хорошие цифры. Поэтому я ставлю на очередной плохой макроэкономический релиз и делаю акцент на слабости фунта. Про канадца мы с вами уже поговорили, в целом не будем сейчас на нем останавливаться. Американский фондовый рынок скорректировался по причине просадки технологического сектора, в частности по S&P, все 11 секторов закрыли день в отрицательной зоне. Эксперты рынка считают то, что основной причиной опасений трейдеров являются ожидания скорого ужесточения политики. Это как эпидемия, вроде бы как должно прокатиться в ближайшее время со стороны ряда основных регуляторов. Но пока что мы не получили еще убедительных сигналов, что это действительно может случиться. Единственное, что о чем мы говорим, так это о том, что есть слухи, есть заявления отдельных представителей, но не позиция железобетонная лидеров мнения и тех ответственных лиц, которые стоят за регуляторами. То есть торопиться с тем, что и Банк Англии поднимет процентную ставку, и ЦБ, и Банк Канады не стоит. Золото просело, друзья, 1220, по-моему, последние котировки, которые я наблюдал сегодня, 1220.67, это еще не предел. Я думаю, что мы можем с вами поспекулировать на возможности снижения золота к поддержке 1200 долларов за тройскую унцию. А вот как только достигнем этой планки, можно будет уже выйти из расположения этого актива. Пока все идет так, как нам хотелось, мы уже оказались больше, чем на 30 долларов ниже того уровня, с которого зашли, но уверен, увидим значение еще более низкие и сможем получить больше профита. Друзья, собственно, на этом все. Остается пожелать вам только удачной торговой сессии, хорошего дня, замечательных выходных, но чтобы уйти на них с соответствующим настроением, лучше сегодня быть еще более бдительным к финансовым рынкам и тому, что на них будет происходить. Я думаю, то, что вы и без меня прекрасно понимаете, что с учетом таких событий, которые у нас впереди, волатильность будет зашкаливающей. Контролируйте риски. Это основное правило, которым нужно руководствоваться и про которое ни в коем случае не нужно забывать. Ну, если параллельно внутри дня возникнут вопросы, как и всегда, форма Markets и канал на YouTube, можете оставлять их там. Параллельно не забывайте ставить лайки, большие пальцы, за которые низкий всем поклон и отдельная благодарность. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.